been checking my doom. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Всем привет. Всем привет. Ну а как сказать нормально-то всем привет? Вот. Всем привет. В этом видео я, блядь, не бил. Может это ставить, и все, как бы не париться. Всем привет. В этом видео я снова буду зарубаться с этим парнем на скорость изучения элементов. И я вам максимально рекомендую смотреть видео очень внимательно и до конца. Ты че, дурак? Я очень постарался, чтобы это видео подарило вам бешеные эмоции. И оно подарит. Да, блядь, но я не схватил, я бы взял его. Ааа, блядь, как больно. Что, давай, Гоша, на свои факты первый, кто проигрывает, тот первый. Суефа. Я первый. Ваши ставки сделаю ли я с первого раза? Лично я думаю, что вообще легко, а вы пишите в комментариях. Здравствуйте, с вас подписка и лайк. Это было страшно первый, вообще просто из-за того, что ты так прокручиваешься сюда, потом туда, вообще первый непонятно, что ты делаешь. И страшно. Но я на ноги не сделал, поэтому не считается, что я сделал. Ты сейчас можешь победить меня. Что, давай, Гошан, у тебя появились шансы меня победить? Я думал, что вообще на изи сделаю. А это оказалось очень сложно. Очкова. Засал. Понятно все. Ты куда полетел, мы это позже будем учить. Ну, он уже вам заспойлерил, что мы будем дальше учить. Но мы еще с Гошаном не сделали. Гошан, мы сегодня зарубаемся на скорость изучения. Так что погнали, давай, я вторая попытка. Я не вторая попытка, я делаю первую попытку. Нет, это очень страшно, я тебе скажу, реально страшно. Я вообще испугался, видел, как сделал. Страшно, надо просто... Я даже оттолкнуться не могу. Ну, а сейчас я решил усложнить для себя элемент, добавив этим эпика, эпичности. Чтоб чуть мощнее было. Да и тем более Гошан боится, а я ближе. Да почему бы и нет? Сука, хотел повыпендриваться, думал, слоны сделал, а в итоге обосрался. Ну ты чё боишься-то? Это очень страшно, я тебе скажу. Гошан, я даже вот так вот неуверенно залетел, я все равно оттолкнулся. Так давай я не тоже. Могу оттолкнуться. Да можешь ты оттолкнуться, ты просто боишься. Давай не бойся. Просто рискни. Давай, давай. Ты охренел? Я был уверен, что выиграю. Я очковал. Ладно, но я еще одну попытку сделаю, финальную попытку. Но 1-0. В общем, следующий элемент на самом деле достаточно сложный, потому что его в принципе мало кто делал. Это элемент Тюханова. Кто первый? Два на слепо. Нифига! Нифига! Почти. Давай, Гошан, пошел. Ты делаешь нормально, ты даже наверх подлетаешь, быстро крутишься. Тебе надо просто больше уверенности, что ты можешь схватиться и остаться. Но тебе это все равно бесполезная информация, потому что сейчас я затащу и все, и как бы один-один. Он сказал, сейчас порвать меня, сейчас посмотрим.
нормально было, нормально. У меня, короче, еще проблема в том, что у меня почему-то сустав болит на... локтевой сустав, короче, на левом. В жопе, на левой. Как это называется-то? На локте. Давай! Делай! 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 Да, блядь, ну я не схватил, я бы взял его! Я рукой промазал, я вот так вот на турник лег, сука! Я не могу сейчас его не сделать. Кстати, нет, если так получилось, я сделаю. Told if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me, why you hating on me, it's not adding up. I do roll like a Mack truck, country heart, I might cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. Вот чё, почему я не взял? Потому что сейчас я возьму. Тут же один победитель, и это буду я. Погнали. Затащил. Yes! Проснулся зверь. It's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me, why you hating on me, it's not adding up. Короче, мы погнали пробовать элемент, который по какой-то причине вроде как никто не делал. Это перелет углом с обратных хватов. Непонятно, почему никто не додумался. А возможно, додумался, и это просто очень сложно и вообще невозможно. Сейчас проверим. But he's caught in the crossfire, and he keeps waking up. But it's на скорость, кто быстрее первый. Сейчас враг. Давай. Давай, Мэдман Маск. Бэм! Если кто-то делал, то скиньте в комментариях или мне в ВК, я посмотрю, потому что у меня такое ощущение, что никто не делал. Я ни разу не видел. Типа, если пока никто не скинет, типа, ты, значит, первый. Ну, типа... Ну, если я сделаю еще. Ну, ты придумал его даже сам первый. Да в пизду, давай сиди. Максон, ты че? Пошел! Блять, а как провернуться теперь? А я повернуться не могу. Можешь. Ладно, могу. Он почти сделал, ты не заснял. Чего ты сделал? Кого ты сделал? Ну-ка, стой. Иди домой. Отойди, пожалуйста. В смысле он почти сделал? У него вот суставов нет, смотри. Нет, он теперь для этого лучше сделал. Нас оно, снимай, что лучше. Снимай лучше. Да, чем делаешь. Держи. Он сделал. Ну если чище сделаю, то я подойду. Если чище. У нас минут 5 осталось, Максон, давай тащи. Я не могу развернуться. Можешь. Ладно, надо рискнуть, наверное. Сука, да. Страшно падать, не хочу. Просто время ограничено. Вдруг вот ты сейчас сделаешь такую попытку, а у тебя просто времени не будет. У нас осталось 4 минуты, надо стащить. Все, давай тащи. О! А вот сейчас было уже нормально, сейчас уже углом было. Вроде красава вообще. Еще раз. Ну что? Надо было побольше движений поделать. Блять! Одна минута осталась. Давай. Ограниченная последняя попытка. Решающая. Два радиончика. Да ну сейчас было все. Затащил? Да. Только, сука, не я первого, я хотел бы первым. Я ж придумал.
Сука, придумал элементы, не сделал, а тренировка кончена. Обидно. Я уверен, вы уже 100 раз слышали про нашумевший проект OneVinInvest, но многие так и не разобрались и не попробовали даже понять, что это такое и как это работает. А система у этого проекта реально очень крутая и выгодная для обеих сторон. Поэтому сейчас я простым языком объясню вам самое главное. Это инвестиционный проект, в который вы можете инвестировать от 100 рублей и получать стабильный и, что самое интересное, неограниченный по времени доход. Да ну, то есть я могу инвестировать от 100 рублей и получать доход от этой инвестиции неограниченное время? Ты это пытаешься сказать? Да. Да ты мне нагло пиздец. Да, знаю, звучит это слишком круто, но это работает именно так. Потому что твои деньги инвестируют в рекламу OneVin, и ты будешь получать еженедельно доход до 33% от общей прибыли компании, закупленной на твои инвестированные деньги рекламу. Количество процентов зависит от суммы вложения. И теперь, узнав, как это работает, если тебя это заинтересовало, можешь перейти по ссылке в описании и изучить все более подробно. Кирюх, чё, как дела? Хуёво! У меня тоже. Как у меня так? Научи меня эксперимент. Я вспомнил! Ты чё, забыл? Да. Короче, следующий элемент просто такой прикольный, креативный. Даже не элемент, а фишка. Я не знаю, как это назвать. Прошло время делать 360, хватаешься в разных квад и просто залетаешь в задний упор. Можно плавать прижаться. Как? Это легко. Я сейчас даже сделаю, наверное, с первого раза. Погнали. Конечно. Сходи сам. 360 сделал как чертило просто. Вот так, в импульсе. В смысле импульса? Вот типа я делаю. Надо в задний упор. Надо вот в упор. Это... В упор надо, в упор. В упор. В упор. А, Гошан тоже. А, Гошан, у тебя такая же проблема. Ты тоже 360 сделал, сейчас у тебя амплитуды просто нет. Че, думаешь, сделаешь? Я думаю, да. Ну все, давай. А кто, думаешь, первый сделает? Думаю, ты. Ну, правильно думаешь. Прямо припомню, что даже кача нет. Да я к турнику приближаюсь, как лох. Почти затащил, но, сейчас я тебя выиграю. Не уверен. Я тоже не уверен, но я буду постараюсь, потому что ты тоже сейчас очень близок. Если я не сделаю, то ты, наверное, сделаешь, и я проиграл. Чего у меня с 360, сука, обидно? Я же готов проиграть? Я не готов проиграть, я 360 не могу сделать нормально. Если он сейчас сделает, то это будет очень обидно. Да почти! Да, ты только еще скажи, что из-за меня не сделал. Да? Ага. Ну, было реально почти. Короче, Гошан еще параллельно хочет тренироваться немного, поэтому я немножко буду его снимать. В принципе, это тоже интересно, он жесткие элементы вроде учит. Гошан, ты сегодня на два фронта работаешь. Как Гася. Это было амплитудно, но далеко. Но сделал. И сейчас, если Гошан сдачи, то у нас будет 1-1. Соответственно, 1-1 плюс 1-1 равно 2-2. А так не сделал. 2-1, Гошан.
Да бери! Не взял ее, последний, да взял! Давай, взял! Сесть? Сесть? Причем я не хочу... Нет, я хочу. Я хочу не просто, я хочу эпично, блять. Ну ничего ты, чё кого-то? Причем я хочу не просто сесть, а залететь якобы в сет, при этом не касаясь турника, попой сделать стульчик в импульсе. Это очень жесткий элемент, который никто не делал. Сука, сложный очень элемент. Ну как в принципе, да, конечно, очевидно, что он сложный. Даже говорить ничего не надо, очень сложный элемент. Это капец как страшно, это очень страшно и сложно, сука. Просто две тренировки на него потратить, это вообще надо лохом быть конченым. Загадываем ему сразу элемент, который сделать может, но он не сделал. Очень обидно. К сожалению, у меня тоже не получилось его выучить. Вся фишка в том, что на этот элемент может уйти много времени, и не факт, что вам это интересно. Почти! Так что если ты хочешь, действительно хочешь, реально, вот ты серьезно говоришь сейчас, вот пальцы скрестил, все это, не, это наоборот, значит то, что ты неправду говоришь. Чтоб честно ты сейчас ответил, интересно ли тебе, чтобы я это выучил? И если интересно, то обязательно напиши это в комментариях, потому что в данном случае все на 100% зависит от вас. Если это интересно, то я это выучу и загадаю демотериком на зарубу, вот, вот это будет прикольно. Как они будут пытаться его выучить, это, конечно... Интересно же посмотреть, как они будут пробовать. Макс, ну почти! Мне реально важно увидеть, интересно ли вам это. Ну а теперь финальный, самый жесткий элемент, который если и делали, то единицы. Все, надо рисковать. Но вот Гошан, к сожалению, отказался его учить. Помните, в прошлом видео мы пытались выучить 360 в сет? Так вот, я решил напоследок конкретно зажестить и за оставшиеся 7 минут выучить 360 в зацеп на подколение. Это очень жесткий элемент, а времени очень мало. Но я сильно хотел под конец подарить вам бешеные эмоции. Рискуем. Две минуты осталось. Надо постараться. Блять, больно. Давай, Максон! Сделает с вас кирешки. Ой, я монашки! Нифига себе, перелетел через струник. Как-то страшно на него смотреть. Осталась минута, да? Да. Минута. Да ну. Капец, это реально больно было. Осталось секунд 20, наверное, сейчас уже скажут. Все, идите нахуй отсюда. Короче, хоть что-то, все я сделал, только я что-то тупанул. Да. Все это, на самом деле, очень легко. Все, все, снимаем. Последняя попытка. Вы, пацаны, верили в него? Вы верили или нет? А ну-ка, спустились в комментарии и написали. Не-не, подождите, мы ждем. Few moments later. Мы ждем. Давайте. 346 minutes later. Мы ждем. Much later. Ты вот написал. Нет, ты не написал. 3 days later.
А, ну все. Все, написал, все, красава. Давай. Это будет.